Алексей Козлов представляет. На этот раз мы посмотрим с вами немецкую женскую поп-группу, которая называется «Арабески». Эта группа возникла в 1977 году в немецком городе Оффенбах. Тогда это была Федеративная Республика Германия. В те времена в Европе вообще существовала мода на дамские коллективы или хотя бы те группы, в которых женский вокал был доминирующим, как, например, Баккара, Амба или Бонни М. Как это ни странно, группа была не очень популярна в родной Германии, да и вообще в Европе. Их больше любили, например, в Японии. Из 9 альбомов, которые вышли в Японии, в Германии вышло лишь 4. В 1988 году группа распалась. Тем не менее, в 2006 году, в честь 30-летия этой группы, она была возрождена и даже стала хедлайнерами фестиваля «Легенды ретро-ФМ».